Куда приехали? Не знаю. Парк Горького. Центральный парк культуры и отдыха. Где малы с парка. Сейчас Миша упадет. Только не упадите. Не упадите, под ноги смотри, чтобы не споткнулся. Лиза, фотайся. Как? Чик. Написано, купаться запрещено. Это динопарк, там динозавры экскурсии проводят. Динозавры шевелятся и издают звуки. Пап, я хочу сказать. Пойдем сюда. На какой? На карусель, который кружится. Ну, пойдем, посмотрим. А Миша мало будет? Ну, ему только для самых мелких. Для малявок. Идем посмотрим. Аквапарк должен работать с 1 июня. Смотри, вон Хаги-Ваги ходит. Страшно. Вон аквапарк. Сюда. В замок страха пойдете? А? В замок страха. Я хочу в замок страха. Вон. Где? Взрослый. 8. Где? Детский 5400. 7500 детский, в обычные дни 7500, детский 5400, выходные 8400 и 6. Здесь урок рисования.
Лиза, смотри, тут урок рисования идет. Папа, вот. Почему ты не покупаешь мне на пузыри? Утка крякает. Еще выше хочешь? Ты хочешь? Куда? На батут. Это еще советское, наверное, колесо. Изобретение. Вон аквапарк видно слева. Вот аквапарк видно. Такие дни. Пойдешь туда? Да. Он не боится, мама, на закрытую. Нет, боится. Точно, точно. Так, в круг садятся и спускаются. А мы не будем покупать книги, мама? Нет. Не страшно? Мне с классом будет. Я его за тюрьмой. Че, Лиза, страшно?
Трогай, Миша. А вот этот старый тепловоз, вот этот был здесь. Аль-Фараби, вот. Красиво, да, вот так? Классно. Едешь? На горы. Ой, розы цветут. Мы когда прилетели, тюльпан оцвели, а сейчас розы цветут. Ага. Гора Коктубе. Проведем новый маршрут. Произведем посадку быстрее.